1934 году поставлена точка в споре о расположении жилых кварталов города. Было решено строить их на противоположном берегу реки Мура. Работа немецкого архитектора Эрнста Майя, не согласного с данным решением, подверглась жесточайшей критике. Приехавший в Магнитку знаменитый формалист Виктор Шкловский писал: «Не считающийся ни с чем, пережившие себя, уже лишенные всяких элементов гениальности, утопия Фурье отразилась в работах архитектора Майя.